Нет денег, беру взаймы у первого встречного. Есть деньги, даю первому встречному. Хорошо. Давай деньги. Так, надо сесть теперь и дать тебе расписку. Нет. Вот, все равно потеряюсь. Да я заплачу тебе хорошие проценты. Шампанским. Других процентов не беру. Все-таки за то, что ты ездишь к моей жене, мы с тобой стреляться будем! Сал, ну услышь ты меня. Но ведь если она честная женщина, то из моего ухаживания ничего не выйдет, а мне все-таки удовольствие. Если она дурная женщина, не стоит из-за нее стрелять. Что же мне тогда делать? Брось ее, и все. Она говорила, что любит меня. Она меня обманывает. Она меня. Ну так ты ее убей, меня-то за что? А за то, что вы ее развратили. А ты... Ты... Развратнее всех! Нет, стреляться! Стреляться! Так, бери пистолет! Бери, а то я тебя убью стулом! Бери! Стреляться так стреляться. Как ты мне надоел. Давай-ка перед смертью, перед моей, пока что спрячемся. Стреляться! Тише! Прощай, папа. Зелена, ловзай меня, твои ловзания. Ну, извольте. Господа, это я по правам старой дружбы. Мария Ровня, это будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает. Вон! Завтра я пришлю к вам секунданта! Нет, молодой человек, я с вами стреляться не буду. Моя жизнь слишком дорога для Москвы, чтобы поставить ее против партии, может быть, совершенно бесполезной. Так я убью вас! Не шутят, молодой человек! Так, не шутят! Что за шум? Не шутят! Берите от меня вашу дочь! Она запятнала мое простое, но честное имя! Она, выходя за меня, говорила, что не любит меня. Я прожила с ней только неделю. Презираю ее.
Она шла за меня ни с чем. Я заплатил за ее приданое, за ее наряды. Это пусть у нас отсчет за то, что я пользовался ее ласками, хотя и не один. Боже мой, какая трагедия, Бог мой. Что вы, тут какое-то недоразумение. Бывают случаи, когда люди расходятся, но всегда мирно и прилично. Друг мой, возьми свои деньги. Я хотел за твою доброту заработать тебе хорошие проценты. Надо написать к матушке. Я застрелюсь. Что? Что ты мелешь, одумайся? У моего знакомого две жены бежало, так что же ему два раза надо было стреляться? Мы с тобой сначала пообедаем хорошенько, а там видно будет. Убейте. Уберите вашу дочь! Скорее уберите вашу дочь! Скорее, чем вы думаете! Мы сами сегодня хотели переехать. Мы наняли нашу старую квартиру и постараемся из ее зеркальных окон даже не глядеть на эту жалкую лачугу, жалким обитателем ее. Вы играли комедию, и мы играли комедию. У нас больше денег, чем у вас, но мы женщины, а женщины платить не любят. Я притворялась, что люблю вас, притворялась с таким отвращением, но мне нужно было, чтобы вы заплатили наши долги. Я в этом успела, с меня довольна. Оценили вы мою способность притворяться. С такой способностью женщины не погибнет. Застрелитесь, пожалуйста, поскорее. Хилястик, не отговаривайте его. Вы мне развяжете руки в другой раз. Я не ошибусь. Вы были мужа. Или эбьян луком ханки. Прощайте. Все мое желание не видеть вас более никогда. Мы с тобой хорошенько пообедаем. А чем я тебя кормить, поить буду, это мое дело. Вези меня куда хочешь. Ну вот, Савушка, идем один. Дела наши так плохи, что хуже некуда. Ради бога, пришлите денег, а? От Кучумова не получил ни копейки, имение продано. Сам живу у приятеля, нахлебником. Да, крайность необыкновенная. На торгах самую большую сумму дал некто Ермолаев, поверенный какого-то Василькова. Развелось Васильковых на свете. Богоматерь Дева Пресвятая Мария, Господь с тобой. Слишком много горя посылаешь сразу, слишком. Скажи, за что мы разорены? Я нищий, я больной, дочь пожалей. Мать-заступница, разорением не карай. Умоли сына твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Вот он, Господи,
пожалей раба твоего, разорением не карай. Ну что тебе стоит, Господи? За удовлетворением долга после продажи имения осталась столь незначительная сумма, что на сие возможно только завести кумыс с татаринами или калмыком, чтобы лечить чахоточных степи, либо повеситься. Склоняюсь к последнему, то есть к кумысу. Лиденьку поцелуй. Если бы я сам был злой человек, я бы теперь грыз себе руки, хватился бы головой об стену. Если бы я сам ее обманывал, то я бы ее простил. Но я ей верил! А она засмеялась над моей добротой! Нет, я тебя, красы моей, не станья! Над чем хочешь, смейся! Над лицом моим! Над фамилией! Но над добротой! Нет, я уже не продаден. Душа моя убита. Остается убить тело. Не могу гадать, не могу гадать погибшую мою. Лохица то ляго снова свой. Не все грусть приятные мысли производят. Ах, вот, я земному не получаю. Слава Геннадьевич! Уйди! Слава Геннадьевич! Слава Геннадьевич, вам на бирже такое творится, вот телеграмма! Слава! Слава Геннадьевич!
Что тебе, отец? Может, ты и прав. Глупо стреляться. Я еще поживу. Покутим нынешний день. Поздравь меня! С чем? А уж я знаю, с чем! Ну, слава богу, поздравляю! Однако, Люха. Совершенно потеряла голову. Что нам делать? Кучума неделю тому назад, вместо того, что обещал привезти на новоселье, дал мне всего 613 рублей. И то с такими гримасами, с такими ужинками, как будто делает Бог знает какое одолжение. Мама. У нас опять накопилась пропасть долгов. Он обещал непременно привезти сегодня. Ему не верить стыдно, раз он сделал такое одолжение отцу. Да сделал ли. Я сегодня получила от мужа письмо. Он пишет, что никаких денег он не получал, и что имение его уже продано. Выпьем-ка еще плоскодонную рюмочку этого самого Монплезиру. И пьешь? Да. Пампари, лари, лари. Мама! Да. А вы знаете, кто купил мне? Кучума. Он обещал купить и подарить его мне. На. Едва ли, твой отец пишет, что на торгах дал самую большую сумму какой-то Ермолаев. Карелина Василькова. Развелось Васильковых на свете, развелось Васильковых. Уж не он ли? Смешно! Где ему? Вы сами видели, что он занимал деньги у Терятина и обещал большие проценты. А большие проценты берут только в нужде. Да он и слишком глуп для такого дела. Мне нужно, чтобы всякая память о нем изгладилась из моего воображения. Господин Кучумов! Через полчаса. А кто купил имение отца? Разумеется, я. Отец пишет, что купил поверенный Васильков. Да? Да. Так иначе быть не может. Я дал доверенность одному знакомому купцу Василькову. Я в него сына крестил. Он законно, видимо, и знает, передал, и передавил себя кому-нибудь другому. Ха-ха! Да! Вот какое уморительное письмо мне прислал. Я привезу его через 10 минут. Ну, на заре ты ее не буди. На заре она сладко так спит. Солнце дремлет у ней на груди. Ой, как это мило вот это. Да-да. И вы знаете, вот то, не дурно. Какой у вас вкус. Да. А вот тут надо зелени, да? Зелени. Знаете что? Я пришлю вам вот такую огромную пальму. И терапевтических растений. Если б милые девицы так могли плетать, как птицы, и садиться на сучок, я желал бы быть сучочком. Чтобы тысячам девочкам на моих сидеть. Ведь я сегодня же все это и пришлю. Да, здесь, вот здесь, под пальмой, будет место наших интимных разговоров. Ну вот когда вы привезете нам деньги, да. Я вас опять буду звать папашей. И, может быть, полюблю. Но так как моей честности сомнений быть не может, то и откладывать вам вашу любовь, мое блаженство, незачем. Вы думаете? Да. А я сегодня в дурном расположении духа. Нет, ну... Меня не любви. Ну, я не только слышу вас. Фу! Так. У вас такие горные стрелятся, чуть не миллиончик, и глуму, говорят, друг ну, друга отстал. Все мои поклонники прославляют мою красоту. Я сюда отмела золото, Москве, посетить. Ну, дитя моя, ну... Не мои обожатели, не хотят судить меня ничтожной суммой на булавке. Мне не в чем выехать, я езжу в извозчичьей коляске на клетку. Это ужасно, это ужасно. Я виноват. Но я же вам говорю, через полчаса все будет поправлено. Ну, я живу без мужа. Ну. Вы ездите ко мне каждый день в известный час. Что подумают? Что будут говорить? Ну, все вот эти разговоры, а до нас, следовательно, разговор будет. Как вы строго себя не ведите?
Уже есть приносить осуждение на ключ. И недаром. Ну, терпеть напрасно, дело ужасное. Ну, да. Меня уговорили через полчаса. Ну, мог звонить обстоятельства, кассе столько денег нет. Ну, я был, ну, через день, через два. А не лжешь, Мич! Шеф, поймите, эта игра вокруг портофелусу. Ну, в крайнем случае, через неделю вы получите то, чего больше желать, ну, просто невозможно. Ну, через неделю? Да. Через 10 минут, нет, что все? Нет, ну, что? Вы слышите, что я говорю? Постой. А иначе я вас пускать не велю. Нет, я же не Меркурий, чтобы так быстро летать. У меня вы могут задержать дела. Никто вас не может задержать. Деньги у вас в ящике. Письмо, вероятно, в другом. За свидание. Да, я оправдаю себя. Ваши глаза. Но я долго, долго не забуду такого обращения со мной. До свидания. Кучумов обманывает меня или нет? Обманывает. Он еще не исполнил ни одного своего обещания. Господин Телятин! Прости. Что, вас давно не видать, где вы пропадаете? У человека, которому делать нечего, всегда дел много людей. Чего вы так серьезно? А! Нет. Что? Да. Что? Да что да. Там? Морщинка. Вот тут на лбу маленькая, все же морщинка. Не может быть. Стыдно, Лидия Юрьевна, ваше-то лето, стыдно. Ты не говорите, лучше надоели. Лидия Юрьевна, больше всего остерегайтесь думать. Боже вас сохрани. У нас женщины тем и сохраняют красоту, что никогда ничего не думают. Ты на моем месте посидеть легко. Отчего, Лидия Юрьевна? Да чего ж? Вы живете одна в этой московской квартире. Поклонника у вас не счесть. Денег у вас много, что я сам от вас слышу. Мужа для вас не существует. Он застрелился. Нет, раздумал. Жаль. Иван Петрович, можно вам поверить тайну? Очень даже можно. Вы умеете их беречь? Нет. Просто то я умею их терять. Через час никакой тайны и не вспомню. Наши дела очень плохи. Нам просто жить нечем. В редком семействе не найдется подобной тайны. Я приехала к мужу Надежде Кучуму. Он обещал мне дать взаймы 40 тысяч. Ах, он чудак! Так чего же не 80? А он может и 80? Он и 200 может. То есть обещать. А заплатить где-то? Ну, редко в кармане-то и 10 рублей найти можно. Да вы лжете на него. Он выкупил особое имение. Оно стоит больших денег. Да я сама видела, что он давал маман 600 рублей. Лидия Юрьевна, насчет имения ничего сказать не могу. А откуда у него 600 рублей, я знаю. Он 5 дней бегал по Москве, искал. На силу ему дали. На месяц. И взяли вексель в 2000 рублей. Вы меня убиваете. Да чем? Чем, вы Лидия меня Юрьевна? Убиваете? Да нет, да, вы не расстраивайтесь, он человек хорош. Господа, какую я сейчас кулебяку, я просто обидение. Мы все его любим, только он забывчив. Не шутите, ты знаете, я не люблю это. Нет, у него и правда было большое состояние. Да. Только он часто забывает, что все прожито. Ну, ты уже и легко забыть. У него и теперь и балы, ну, роскошные экипажи, обеды. Только он часто забывает, что все это жены. А ему-то, собственно, выдается не более 10 рублей на клуб. Какой, брат, у тебя, однако, язык-то злой, а?
Вот смотри, дождешься, ты выгонишь тебя к черту из Москвы. Мне только слово сказать, и нет. А меня лучше! Маше! 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 Что же мне делать? Я столько задолжал. Да, есть от чего прийти в отчаяние. Кто нынче не должен? Да, у деловых людей деньги есть, только они их даром не бросают. Да теперь ты и деньги умнее стали. Все к деловым людям идут, а не к нам. А прежде деньги глупее были. Вот, пожалуй, какие деньги вам и нужны. Какие? Ха, бешеные! Никак их в карманах не удержишь! Знаете, о чем я подумал, Лидия Юрьевна? Чего у нас с вами бешеные деньги? От того, что не мы сами их наживали. А деньги, нажитые трудом, деньги тихие лежат смирно. Не дайте мне погибнуть, я прошу вас, Жан. Я могу полюбить вас. Вы добрый, милый. Если вы мне поможете в этой беде, я ваша. Сам не свой. Вы женитесь или женаты? Да не женюсь, не женат. А просто свезут меня завтра к Воскресенским воротам. Как к Воскресенским? А вот так, с квартальным. Привезут и опустят в яму. В долговую тюрьму. Я уже не помню, когда были. Я вчера узнал, что должен 1300. Так что все, что вы у меня когда-нибудь видели, лошади, экипаж, квартира, все это чужое. Вообще-то денег не плачу. Завтра кредиторы съедутся все ко мне. Картина будет поразительная. Мебель, ковры, зеркала. Все это взято на прокат. И нынче уже отобрано. Лошади от Лоханского тоже. Платье портной возьмем завтра, чем свет. Я их приму, разумеется, в халате. Это единственная моя собственность. Предложу по сигаре. У меня еще осталось десяток. Смотрят они на меня. Да на пустые стены. И скажут, гуляй, Иван Петрович, по белу свету, и опять я свободен. Этот кредит будет, потому что я добрый малый. И у меня еще жилы 11 теток и бабушек. Жан!
Я наследник. Господи. Господи, да где же мне денег взять? Да с больших денег. Бешеных денег. А вы пойдите сюда. Пойдите, ну же, ну, пойдите. Ну, смотрите. Видите? У ворот стоит домик крошечка. Он на всех глядит. В три окошечка. Вот где деньги. Я не волшебник, я не могу строить мраморных палат одним жестом. На бархат, бриллианты нужны деньги. Деньги! Их надо добывать. У него добывать их умеет. Не только богаче всех нас, но так богат, что, как подумаешь, голова кругом идет. Теперь у нее наличными 1300. Через год будет 1 000 000. А через 5 – 5. Пойдите вы прочь. Это он вас нарочно вас подослал ко мне. Погодите. Погодите, аж. Что это за кружева. О, неужели мама разбила для меня? Жалко, какая пенька. Нет, вы заблуждаетесь. Это он подарил одной моей знакомой. И с лошадьми. И кучера взял такого, что в зоологическом саду показывать можно. Вот она едет от него. Эй, блондиночка. А глаза-то Василий. Я бы убила эту блондинку, нос у нее и так невелик. Она его еще и вздергивает. Это не ревность, а зависть. Он ее любит. Коляску? Да нет, блондинку. Да нет, много расходу будет любить, да еще и денег давать. Он дальше 3 телеграммы получил. Он говорит, Ваня, ближе 1 000 000 не помирюсь. Я говорю, и не мирись, и не мирись. Что с вами, дядя Юра? Что с вами, дядя Юра? Позовите маман. Позовите скорее маман. Сей момент. Сей момент. Надежда Антоновна. Надежда Антоновна. Скорее. Что с тобой, Лидия? Что с тобой, дитя мое? Мама. Да, пойдите к моему мужу. Пойдите, скажите, что я умираю. Да-да, я сейчас. Скорее. Скорее. Прежде был табак под названием «Собрание любви». Что с вами? Немного нездорово. А с вами что? Я слышала, что вы разбогатели. Надеюсь, очень выгодную должность занял. И совершенно поспособен. Счастливый случай, больше ничего. Одна пожилая дама искала не то чтобы управляющего, а как бы это назвать? Секретер интим. Интимный секретарь. Ви, мадам, ей нужно было честного человека, которому она могла бы доверить. И себя, и свое состояние. Почти так. У ней дома, имение, куча дел, где же ей управляться. С наследниками она в ссоре, а я стараюсь все обратить в капитал. На что имею полную доверенность и пользуюсь значительными процентами за комиссию. Ах, Жорж, души низкие щеденька, души возвышенные блаженства. Да, милая, мадам. Доверчивая женщина, согласись, глумов немного таких найдешь. Должно быть, одна только и осталась, я-то уж наперечет всех знаю. Так у вас... Мы тут давеча говорили, что бешеные деньги перевелись. А ты счастливей нас. Ты их нашел. Зато как долго. И как прилежно я их искал. У вас теперь денег много. Ну так дайте мне взаймы. 1020, а? Молоденьким, хорошеньким женщинам взаймы денег не дают. Им либо учтиво отказывают, либо дарят.
Ну, как хотите, только дайте. А помните, вы мне как-то сказали, что руки мне ваши не целовать никогда. Я злопамятен. Ну что вы, целуйте. Поздно. Или лучше сказать, рано. Подождите меня год, и я приеду целовать ваши руки. Завтра я уезжаю со своей доверительницей в Париж. Она не знает счета ни на рубли, ни на франки. Я буду ее кассиром. Ах, Жорж, это будет прекрасно. Ей здесь и доктора больше года жизни не дают, а в Париж. С приездами на воды, да с помощью усовершенствованной медицины она умрет скорее. Жорж, все русские, имея деньги, едут в Париж. Вы видите, мне некогда. Год. Всего лишь год. Я должен сердобольно ухаживать за больной, а потом могу проживать много, очень много, при вашем содействии, если вам будет угодно. Вы злой, злой человек. Я? Ну что ж, я уезжаю с сладкой надеждой, что в год вы обо мне соскучитесь, что вы меня оцените. И мы, вероятно, встретимся так, родные. Прощайте. Прощай, Глумов. Вспомни там обо мне в Париже. Там еще на каждом перекрестке витает моя тень. Прощай, телятин. Мадам, я жду. Расчеты, векселя, проценты, деньги. Что значат они? Что значат они по сравнению с вечностью? Мадам. Вот вы нашего народа не знаете. Наш народ простой, смирный, терпеливый. Я вам скажу, его можно грабить. Он сейчас придет. Вот мой спирт и капли, которые тебе помогают. Тебе надо лечь, Лидия, непременно. В лицу твоему видно, что ты ужасно страдаешь. Мама, как он вас принял? Очень вежливо, но холодно спросил, серьезно ли ты больна? Я отвечала, что очень. Да что это вы смеетесь, Иван Петрович? Пардон, мне при данной ситуации равнодушным оставаться никак нельзя. Мне надо либо смеяться, либо плакать. Ну вы не знаете, ни натуры, ни сложений, Лидии. Она такая нервная, такая нервная. Каюсь. Это у нее с детства. Каюсь, каюсь, каюсь. Я действительно не знаю сложения Лидии Юрьевны. Это для меня тайна. Вы такой болтун, вы меня рассмешите. А он войдет. Да, вы в самом деле рассмешите, а он войдет. Никак не исчезнет. Ах, нет. Только позвольте мне быть в этой комедии лицом без речи. Господин Васильков! Вы меня звали? Я умираю. В таком случае нужен или доктор, или священник. Я ни то, ни другое. Вы нас покинули? Не я, вы меня. Даже не простившись как следует. Так надо простить. Если вам угодно. По-русски проститься значит попросить прощения. Просите. Я виновата только в том, что оставила вас, не сообразя своих средств. В остальном вы виноваты. Ну что ж, мы поквитались. Я был виноват. Вы меня оставили. О чем же больше говорить? Прощайте. Ах, нет, 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 постой! Постойте. Что вам угодно? Я кругом в долгу. Меня вместе с мещанками посадят в московскую яму. В яму попадают и честные люди. Из ямы есть выход. Вы видите жену в таком положении и не хотите заплатить за нее ничтожного долга? Я даром денег не бросаю, не боже мой. Это для меня новость, принесенная с луны. Разве платить за жену значит бросать даром? Какая она мне жена?
Потом она сама сказала, у нее денег больше, чем у меня. Сказала! Мало ли что может сказать женщина в раздражении. Как бы жена не оскорбила мужа, все-таки надо жену жалеть больше, чем мужа. Мы так слабы, мы так нервны. На всякой ссоре так дорого обходится. Горячая женщина скоро сделает глупость, скоро одумается. Она не говорит, что одумалась. Я одумалась. Я раскаиваюсь в своем поступке. Не поздно ли? Она может увлечься, но до падения себя не допустит. Я знаю, что не допустила. Ваша прислуга получала гораздо больше от меня, чем от вас. Но я не знаю, что спасло ее от падения. Честь или недостаток денег у Кучугова? Что вам угодно? Я бы хотела жить опять вместе с вами. Невозможно. Вы так быстро меняете свои решения, что, пожалуй, завтра же захотите уехать от меня. Но вы должны меня спасти. Есть только одно средство. Я предложу вам честную работу и за нее вознаграждение. Уйдите ко мне в экономки. Я дам вам 1000 рублей в год. Вставайте вон! Вы выздоровели, и я могу перестать плакать. Я прошу, уходить и воротить его во что бы то ни стало. В сей момент. Человек беспорядочного общества так поступить не может. Он скорее убьет жену, а такого предложения не сделает. Я жил в Москве. Я был молод, я был влюблен. Вы меня простите, я вас не поняла. Объясните мне, пожалуйста, что значит слово «экономка» и каковы ее обязанности? Извольте, объясню. Экономка значит женщина, которая занимается хозяйством. У меня в деревне матушка-старушка, хозяйка отличная. Вы поступите к ней под начальством. Она вас научит грибы солить, варенье варить, наливки делать. Передаст вам ключи от кладовой и от подвала. Мне такая женщина нужна. Я постоянно бываю в отъезде. Это ужасно! Это ужасно! Прикажете закончить? Нет. Продолжай. Когда вы в совершенстве изучите хозяйство, я возьму вас в свой губернский город. Губернским дам своим туалетом и манерами. Я на это денег не пожалею, но из бюджета не выйду. Затем, если вы будете со мной любезны, я свезу вас в Петербург. Батьки послушаем. 1000 рублей за ложу не пожалею. У меня по моим обширным делам есть связи с очень большими людьми. Мне нужно именно такую жену, чтобы можно было завести салон, в котором министра принять не стыдно. У вас есть все для этого, только вам нужно будет отучиться от некоторых манер, которые вы переняли у Телячева и прочих. Я же не знал, что Лидии Юрьевне предстоит такая блестящая карьера. От деревенского подвала до петербургского салона. Согласны вы или нет? Пожалеете меня. Пожалеете мою гордость. Я ведь дама. Дама с головы до ног, но сделайте мне хоть какую-нибудь уступку. Никакой. Ну, хоть слово измените, оно жестоко для моего нежного уха. Нет, это слово хорошее.
и верно выражает предмет. Я должна подумать. Думайте. Ах, кабы кто меня взял в эконом? Следственный пристав желает описать имущество. Следственный пристав желает описать имущество. Следственный пристав желает описать имущество. Да чего, чего вы встревожились? Ну, спокойно. Ну, сегодня описывают имущество у вас, завтра у меня, послезавтра, может быть, у вашего кучуменьки. Это нынче поветрие такое. Я умоляю вас! Спасите меня от стыда! Я на все, на все, на все согласна! Выпьем-ка еще по рюмочке, а? Для верности глаза. Так. А что это с вами тут? А у меня описывают имущество. Привезли вы 40 тысяч. Нет, вы только представьте, какое со мной несчастье. Человек, которого я любил как сына, совершенно обокрал меня и сбежал, должно быть, в Америку. Как мне жаль твоего человека. С тем, что у тебя украсть можно не только до Америки, до Звенигорода не доедет. Иван Петрович, ну не шутите, ты же знаешь. Ты знаешь, я не люблю. Я из дома без тысячи вообще не выезжаю. Я вообще уверен, что если разошлю телеграмму по всем трактам, его схватят. И я тогда вас эти деньги и вручу вам. Но ведь не все же он украл. Разумеется. Ведь осталось же что-нибудь. Да, да, да. Я тебе сказал, я без тысячи вообще из дома не выезжаю. Это дайте мне 600 рублей, которые должны по картам. Вы здесь? Ой, ха-ха, так хорошо! Я давно хотел расчесться с вами. Ты же знаешь, каждый цветок для меня это прежде всего. Извольте. Вот. Сейчас. Ах, ты еще бред какой-то. А, послушай, я обложился. Не... О, я вообще не тот сюртук надел. Ха-ха! Лжешь! Лжешь! Машер! Лжешь! Лжешь! Машер! Машер, вот, из-за тебя забыл, что хотел сказать. Вы можете взять эти деньги у Надежды Антоновны. Хорошо, я возьму. Лидия Юрьевна, я ваш долг заплатил. Я завтра еду в деревню. Будьте готовы. Oui, mon cher. Я принимаю ваше предложение, потому что нахожу его выгодным. А как мне жаль вас, бедных, нежных созданий, вас, миленьких, веселеньких девушек! Вам не видать больше изящных, нерасчетливых мужей. Бросьте мечты несбыточного счастья, бросьте думать о тех, которые изящно проматывают, и выходите замуж за тех, которые грубо наживают и называют себя деловыми людьми. Браво, Лидия Юрьевна! Браво! Каково это слушать нам, бездельникам? Что наша жизнь игра? Сегодня ты, а завтра я. Это не что-то новое. Всегда так было на свете. Да, мы все куда-то идем, идем. Но знаете, что из бюджета я не выйду. Только бешеные деньги не знают бюджета. Сало, ты говоришь святую истину. Скажу больше, ты говоришь моими словами. Моя жизнь в молодости. Теперь при одном воспоминании у меня делаются припадки. Прощай, друг. Мне тебя от души жаль. И завтра будешь без крова и без пищи. Уж не хочешь ли ты мне денег взаймы дать? Не давай, пропадут. Сава, ей-богу, пропадут. Сава, для того, чтобы летать, совсем не обязательно иметь крылья. Достаточно ветра в голове. Москва, Сава! Это такой город!
в котором мы, телятьевы, да кучумовы, и без гроша не погибнем. И долго еще каждый купчик будет за счастье считать, что мы ужинаем и пьем шампанское на его счет. Прощай, брат Сало, не жалей нас. В обществе заметно распространяется роскошь, а спартанские добродетели не живут вместе с роскошью. Ах, музыка! Искусство из искусств безумно помогает в смысле брака! Дайте! Thank you.